Всем привет! Продолжаем рассматривать картины мастеров, скульптуры. Испанский монастырский двор, Джон Сарджент, Эль Джалео, испанский танец. 1882 год, холст, масло, 232 на 348, приличных размеров картина. Родившись во Флоренции в семье американцев, Джон Сингер Сарджент учился живописи в Италии, Германии и Франции. Несмотря на некоторые технические приемы, сближающие его с импрессионистами, сам он считал своим учителем Веласкеса, Гейнсборо и Ван Дейка. Известно весьма скептическое отношение к Сардженту ряда современников, импрессионистов, в частности Писсаро. Однако творчество мастера наглядно отражает сформировавшийся международный стиль, соединивший черты различных направлений. Картина «Эль Джалео» написана после визита Сарджента в Испанию в 1879 году. Уже в 1882 он выставил это полотно на парижском салоне благодаря своему бостонскому меценату колледжу. Произведение имело огромный успех. В 1888 оно было показано в Бостоне, где его увидела кузина колледжа Изабелла Гарднер. В 1914 году холст передали на экспонирование в ее музей, где для этой работы соорудили зал в мавританском стиле и сделали специальную арку. Такое внимание к картине тронуло колледжа, и он подарил эту работу Гарднер. Ну, вот такое описание к работе Джона Сарджента, «Эль Джалео» или «Испанский танец», 1882 год, холст масла, 232 на 348, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.